Превышение эпидемического порога в области составляет почти 77%. Такие показатели отмечены в Кургане и 19 районах. В Мишкинском и Целинном заболеваемость уже идет на спад. В департаменте здравоохранения считают, что объявлять карантин на территории всего региона нет необходимости. Инфекционная больница у нас сегодня с клиникой средней степени тяжести находится 96 человек, в том числе 78 детей. Пока 1,5-кратного нет превышения, то есть рекомендация сегодня образовательным учреждением Роспотребнадзор дал, то есть директора школ, муниципальное образование самостоятельно принимает меры по закрытию. Большинство заболевших – дети. Сегодня частично закрыты 97 классов в 22 школах Кургана и 27 классов в 18 районных школах, а также около 20 групп в детских садах. Полностью приостановили работу 27 учреждений общего образования, из них 14 в Кургане. С учетом высоких темпов прироста за неделю, с 21 февраля и до особого распоряжения во всех школах областного центра вводится карантин. Директор департамента здравоохранения Александр Карпов заверил, больницы, поликлиники и аптеки в достаточном количестве обеспечены противовирусными и другими лекарственными препаратами. Олег Богомолов сделал акцент на оказании помощи беременным и малышам. Я еще раз обращаю внимание, что у нас все службы, значит, которые сегодня связаны с оказанием неотложки, чтобы все работали как часы. Еще раз переговорите со всеми, с главными врачами, с руководителями этих подразделений. Врачи отмечают, для профилактики эпидемии необходимо отслеживать здоровье и детей, и персоналов образовательных учреждений. В Кургане усилен контроль за соблюдением масочного режима в сфере торговли, общественного питания и транспорта. Организации, чьи сотрудники пренебрегают масками, рискуют оказаться закрытыми. Оксана Савакова, Василий Малухин, Александр Киселев. Информационное агентство «Курган.ру».